Проект новой часовни разработали еще 4 года назад. И только этим летом из федерального бюджета выделили необходимую для строительства сумму. По словам строителей, здание храма должно выглядеть впечатляюще. Тут много орнаментов, узоров, и все это арки, своды. Они будут, каждый кирпичик практически будет укладываться отдельно. Свои подрезки там как бы, ну, это все учтено, нами разработано, и все сделано красиво. Уже готов фундамент будущей часовни. Сегодня состоялась закладка первого кирпича. На торжественную церемонию прибыли многочисленные гости. Представители ГУВД области, епархиального управления, нынешние выпускники лицея. В их присутствии в основании здания заложили капсулу с благословенной грамотой. Богослужения в часовне лицея планируют проводить как православные праздники, так и во время торжественных событий. Храм возводят в честь святого Стефана Великопермского. Для Пермской епархии, для всей Пермской земли сегодня событие очень знаменательное, потому что это первый храм святителя Стефана, епископа Великопермского, который строится новый. Первый этап строительства – возведение стен – подрядная организация планирует завершить к началу нового учебного года. Ольга Петрова, Александр Аксенов, телевизионная служба новостей.